наступающим 2021 годом. Желаю всем счастья, добра, удачи. Праздника. В общем, у всех мечты сбываются, но только не у меня. И вот хотелось бы, чтобы эта мечта у меня сегодня сбылась. Да, Арсений? Всегда хотел, мечтал быть Дедом Морозом, что дарить всем праздник, удачу и любовь. Ё-моё, эльфы! Я не это хотел! Ну, эльфы, ну почти то, но не то. Я же говорю Дедом Морозом. Да на ты будь Дедом Морозом. А сейчас все нормально. Теперь я действительно настоящий Дедушка Мороз. Но только я одного понять не могу. Почему у меня мешок пустой? И где у меня мой сказочный друг, с которым я всегда по лесу хожу? На... Ну вот, спасибо, сказочные эльфы. Теперь я как точно в сказке, потому что у меня есть свой напарник, который со мной по лесу бегает. Сейчас мы пойдем поздравлять всех наших земляков. Счастья всем, здоровья, удачи и любви. Ну все, в путь дорогу. Но сейчас мы пойдем поздравлять семью Федоровых. Ну, ребятишек, ну и маму тоже, и папу тоже, в общем, с Новым годом, да, и всю семью. И наш зайчонок нам поможет. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Я, кажется, узнаю, кто это! Это Дедушка Мороз! Ага, Дедушка Мороз, вот зайчик его! Зайчик это узнаешь? И но тебя! Мы пришли поздравить вас с наступающим новым 2021 годом! Будьте хорошие, прилежные и умниками! Все! Так, кто стихи знает? Я! Давай говори! Школа Дедушка Мороз! Гость к нам придет, день сегодня Новый год, он подарки нам везет, а кукло хоровод тихо песенку поет, тебе послушать надо быть, мама ее любит. Маму, папу надо любить, так. Скоро Дедушка Мороз в гости к нам придет, ведь сегодня Новый год, он подарки нам несет, он под елку их кладет, вокруг ходит хоровод, тихо песенки поет. Тебе послушай, надо быть, маму с папой любить. Молодцы! Ну, у мелкого я не спрашиваю. Потому что он и так знает. Да, так. Вот это зайчик, мой помощник, похож. Мой помощник, зайчик, сейчас выберет вам какие-нибудь подарочки. Все. Каждому за стихотворение. Ну, что ты по одной-то? Двумя руками. Двумя руками. Да, но ты скромный у нас. Я тебе. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. Вас так. Желаем вам счастья, здоровья, любви и всего благополучного. Хотим вам маленечко преподнести подарок, если только кто-нибудь расскажет стихотворение. Да мне это не расскажет, она будет. Но вы расскажите любое, любое, просто. Какое расскажем-то? Сразу-то и не вспомню. На пожелание. Я вас любил, любовь еще быть может в душе моей. Мишка косолапый по лесу идет. Давай, помогай. Шишки собирает, песенки поет. Шишка упала прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою топ. Оп, молодцы! Ну, с Новым годом вас! Сейчас мой помощник. Зайка. Да. Чипулька, чипулька. Давай, вытаскивай какой-нибудь подарочек там.
Здравствуйте! Хочу поздравить вас с Новым годом! Наступающим! Счастья, здоровья, любви, удачи, всего самого-самого хорошего! Какое-нибудь пожелание для наших любимых хоринцев? Вообще все были с нас так же, как вы сказали. Спасибо вам огромное! Сейчас мой помощник, Зайчик. Наступающим вас Новым годом! Счастья вам, здоровья, удачи, любви! Пожелания, пожалуйста, скажите для наших любимых хоринцев. Чтоб хорошо все жили. Чтоб на Новый год весь что был. Чтобы все было замечательно, замечательно, да? Отлично. Да. Но вам здоровья побольше. Но сейчас мой помощник, Зайчик, вам даст маленький пинец. Здравствуй, дедушка. Наступающим Новым годом тебя. Спасибо. Что-нибудь, ой, стихотворение знаешь, не знаешь какое-нибудь? Нет. А пожелание для твоей молодежи, для своих подружек, какое-нибудь пожелание скажи? Ну, желаю, чтобы у моей самой лучшей подруги было все хорошо. А для хоринца, для всего? Тоже, чтобы все было хорошо. Молодец. Сейчас мой маленький друг. Маленькая растеряшка. Все, давай. С Новым годом тебе, дорогая. Спасибо. Здрасте, внучки. Ох ты, как скользит, аккуратней. Кто из вас стихотворение знает? Ну, расскажи. Любое. Расскажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спаленная пожаром француза дана. Ведь были схватки боевые, и говорят, еще какие. Недаром помнится России про день Бородина. Ну ладно, до конца не надо. И так спасибо, просто такую классику, чтобы, которую Дедушка Мороз сам помнит, услышать. Это очень хорошо. Так, а ты, с тебя пожелания? Для Хоринска и для своих друзей. Ну, чтобы отметили себе Новый год. Без происшествий, конечно. Всем хорошего Нового года, с наступающим всех. Ну, все, что сейчас сказать. Молодцы. Сейчас мой помощник. Здорово. Здравствуйте, детки! Наступающим вас Новым годом! Пойдемте, будете стихи рассказывать и подарки получать! Кто стихи умеет? Знает. Давай! Папа ёлочку принёс, в комнате поставил. То подает Дед Мороз, мне под ней оставил. А вот спасибо, молодец. Но тебе Дедушка Мороз их прямо в руки принес. Сейчас мой... Опа! Опа! Хоринский онлайн, с Новым годом! У него теперь их три! Все, с Новым годом! С Новым годом вас! Здравствуйте!
С наступающим вас Новым годом! Вот моя Снегурочка-то где осталась и превратилась в маленького человечка. Мы зашли к вам поздравить вас с наступающим Новым годом. И вас в том числе, что вы нас, грубо говоря, Хоринский весь район обслуживаете. Все у вас хорошо и замечательно. С вас либо стихотворение, либо пожелание для наших хоринцев. Желаю всем здоровья. Наше время, это самое главное, мне кажется. Ну и счастье. Все. А от вас? Я тоже, да. Да. Мы поздравляем всех. Здоровья вам, счастья. И всего-всего самого хорошего. Спасибо огромное. С наступающим Новым годом. Сейчас мой маленький заяц. Здравствуйте! Здравствуйте! С наступающим вас Новым годом! Спасибо! Счастья, здоровья! Спасибо! Я вас знаю давно, я старый пердун! Девочка, иди сюда! Как-то ты себя прямо это... Очень любишь Дедушка Мороз! Ну да, ну старый! Что сделать? Ну да, ясно, конечно! С вас, в общем, пожелания! А с тебя стихотворение. Ой. Ну, либо пожелание и стихотворение. Ну, нет, скорее всего, пожелание. Давайте. Ну, всем жителям Хоринска, всем жителям Хоринского района, я желаю прежде всего здоровья, потому что для нас это самая актуальная тема сейчас. Ну, и пусть все, что было в 20-м, никогда больше не повторится, а в 21-м все будет хорошо. Всем счастья и здоровья. Конечно, желаю счастья, а также здоровья, чтобы все было хорошо в этом году. Сейчас мой все поможет. Старое позабылось. Вам преподнесет сюрпризы. Маленькие, но спасибо большое. Да, давай еще раз. Спасибо огромное. Ну, спасибо, до свидания, всем счастья. До свидания, всего доброго. С Новым годом! Спасибо! Здравствуйте! С Новым годом! С Новым счастьем! Вам хотим мы пожелать всего самого доброго, всего самого наилучшего. Чтобы получить маленький сюрпризик, вам нужно рассказать либо стихотворение, либо рассказать пожелания для наших хоринцев. Ну или пожелание просто. Здравствуйте. Ну давай расскажи. Расскажи. Пожелание. Сейчас елок-то нет в школе, они же не учат стихи. Уже и теряются. А стихи не взяли, хотя пожелание. Пожелание. Скажи, дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Годом быка. 21-м годом. Годом, да. Желаем всего самого отличного. Это кто такой? Знаете? Это мой помощник, который вам будет сейчас маленький сюрприз. Уважаемый наш хоринец, скажите, пожалуйста, нам либо стихотворение, либо просто пожелания для хоринцев, для наших. Уважаемые хоринцы, поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю вам всем здоровья, счастья, всем удачи и благополучия. Спасибо! Всех с наступающим! С Новым годом! Сейчас мой мелкий друг поможет! Здравствуйте, уважаемые посетители и хозяева этого магазина! Здравствуйте! С наступающим вас всех Новым годом! Желаем вам счастья, здоровья, удачи, бизнеса покруче! Ну и что сказать? Скажите по одному стишку и получите сюрпризик!
Ну ты так, Дед Мороз нас это сразу пожаловал. Сейчас ты не вспомнишь. Вон и посетитель. А пожелание может быть. Белая береза под моим окном принакрыла снегом, точно серебром. Молодец! Здоровья, счастья в новом году. Спасибо. Счастья, здоровья. С наступающим Новым годом, дорогие земляки. Счастья вам, успехов в работе и всего-всего наилучшего. Здоровья, земляки, вам. Удачи по жизни вам. Всего хорошего. Ой, как всегда. У нас зайчик-растеряшка, маленький. Спасибо. Я вас очень давно знаю, еще с Великого Устюга. Ага. Уважаемый Золотой Борисович, с праздником вас, с новогодним, счастья вам, здоровья, любви, пожелания для Хоринска. Спасибо большое за ваши пожелания. Но пожелание для Хоринска, что цвести Хоринску, пожелать всем жителям района здоровья, главное, в такой сложный период, счастья, любви, удачи. Спасибо вам огромное. Сейчас мой юный помощник вам достанет какой-нибудь сюрприз. Здравствуйте! Вас наступающим Новым годом! Счастья вам! Здоровья, удачи, любви! И для нас просто нужно либо пожелание для хоринцев, либо стихотворение. Что я могу пожелать нашим хоринцам-землякам? А ты не хоринец еще? Хоринцам-землякам, говорю. То есть я хоринский. Пожелаю вам счастливого Нового года, счастья, здоровья в это непростое время, как бы я сказал, чтобы все у вас было хорошо. А Снегурочка-то твоя куда ушла? Стесняется моя Снегурочка. Снегурочка, иди сюда! С тебя хотя бы одно слово просто, и все. В общем, это у нас... Получается, не то, что не флешмоб, ничего, это мы как бы для доброй души это все это делаем. И это все это как бы общее, также хоринское, от Хоринск онлайн. Ага. Но так что еще раз с Новым годом, с наступающим. Счастья, здоровья в новом году. Старое все забываем, новое все начинаем. Сейчас тебе мой помощник вытащит сюрпризик какой-нибудь. Наступающим вас Новым годом! Всего вам самого-самого наилучшего! Не хворать, не болеть, и чтобы все у вас было хорошо. Расскажите нам либо пожелание, либо стихотворение. Чтоб коронавирус ушел, чтоб денег всем хватало, чтоб все жили счастливо. С Новым годом! Так, сейчас мой маленький помощник. Здравствуйте! Здравствуйте! С Новым годом вас наступающим! Кто встает на табуретку и разговаривает стихотворение, тот получает сладкий подарок. Я знаю. Не настоящий. Тебе табуреточка вставай. Вставай сюда. Я знаю. Вставай сюда на табуретку. Прямо я сверху. Знаю. Сверху прям встань. Я могу. Вот. И рассказывай стихотворение. Я не умею, Даза. С елочки на елочку. С елочки на елочку. Ёлочка на ёлочку. С веточки на веточку. С
веточки на веточку. С веточки на елочку. Дайте мне конфеточку, скажи. Дайте мне конфеточку. Молодец. Так, ну ты заслужила всего лишь одну конфетку. Но Дедушка Мороз у нас добрый. И подарит тебе вот столько вот конфет. Так, следующий Серега у нас. Давай и говори, а то не получишь ничего. Я уже знаю мою. Когда приходит год мороз, то уходит дождь. Синку хуку спрячь ладонь, зеленя сакада. А ты надеюсь, висущим и кепка ладонь снимай. Все к нас дождь пошить, медаду и зевай. И Новый год станет. Серега, молодец. Иди, вставай туда обратно. Я тебе сейчас сладкий. Нет, я тебе дам фруктовые подарочки. Потому что я знаю, что тебе сладкое лучше не есть. Вот. С Новым годом. Чего? А где там еще-то? Поедешь на мать? Поесть нет, она... Давай, пусть раскладывай. Давай, рассказывай. Дед Мороз, красный нос, борода. Дядя Мороз, красный нос. Бороды. Красный нос, бороды нос. Ты подарки нам принес? Ты подарки нам принес. Принес. Дальше продолжать не надо. Молодец! Сейчас прям легче сказать. Оп! Ничего там поймаешь. Ну и мелкому там что-нибудь. Он у нас разговаривать пока еще не умеет. Наступающим вас Новым годом! Спасибо, вас также. Всего вам доброго, всего хорошего. Блин, так, ну мы все равно это маленько подрежем там. В общем, короче, я вас поздравил. С вас главное либо три вещи. Либо сказать Хоринск онлайн, либо поздравить просто всех хоринцев с Новым годом, либо рассказать стихотворение. Рассказывай стихотворение. Да, ты же все равно учила. Ну давай, скорее. Ну ты не прячься, доча. Ну расскажи, давай. Давай, рассказывай. Снег. Ну давай, поздравь тогда всех. Поздравь. Поздравь всех. С Новым годом. Поздравляю всех жителей Хоринского района с Новым годом. Что мы желаем? Чтобы у вас всегда было счастье и постоянно были пятерки, но не тройки. Опа! Вот это пожелание у нас сегодня первый раз. Так что я тебе позволяю выбрать подарочек себе самой. Двумя руками залазь. Двумя руками бери. Ура! С Новым годом вас! Спасибо! Счастья, здоровья! С Новым годом вас! С новым счастьем! Со школы идете! Молодцы! Стихотворение знаете? Вот знаете? Ну какое-нибудь маленькое стихотворение. Нет? Давай говори. Давай про снегирей. Молодец, с Новым годом тебе. А ты что, совсем не знаешь? Скажи тогда Хоринск онлайн привет. И все. Хоринск онлайн привет. О, застеснялся. Но застеснялся. В общем, давайте. Сами. Прям двумя руками залазьте. Двумя руками.
Это мне, это сестре. Молодец. Молодец вообще. Вообще молодец. Все, с Новым годом вас. Молодец. Давайте домой. Бегите за медом. С Новым годом вас наступающим. Вас также. Спасибо, спасибо. В общем, привет. Я с Великого Устюга прилетел, но... Тяжело уже старый стал. Надо, в общем, с тебя стихотворение, а с вас пожелания для хоринского народа. А что? Давай, стихотворение какое-нибудь расскажи. Слава. Да я какое еще не знаю. Ну, а ты что дома-то рассказывал? Да я уже их не помню. Это не помню. Ну ладно. Ну, а с вас пожелания. Ну, а что, всего хорошего. Всем жить. Главное, чтобы не было конфликтов. Скажите еще, Хоринск онлайн вперед. Хоринск онлайн вперед. Давайте. Выбирай и сам своими руками, двумя. Все хочешь, то и бери. На, вот. Ну засовывай прямо руки тебе. И что надо, то бери. Вы тоже. А что сказать надо? Ничего больше не надо говорить. Опа. Берите. Берите, берите. Я внутрь. Так, возьму. Берите, берите. Вот еще один. Привет. С Новым годом тебе. Спасибо, дорогая. Стихотворение. Говори какое-нибудь. Я не знаю. Ну, тогда пожелание. Что-нибудь доброго пожелай, ну либо плохого. Поздравляю вас с Новым годом. А маму, папу? Ну, маме, папе, может, привет передашь. Передам от вас очень большой привет. Ну, ты прямо сейчас говори, чтобы они потом увидели это, грубо говоря, в эфире. Маму как зовут? Мама Люда, папа Андрей. Вот, скажи, мама, папа, привет огромный. Мама, папа, привет огромный. И стихотворение. Нет, не знаю все-таки. Не вспоминаю, но молодец. Давай, бери, бери что хочешь. А можно еще сестры? Можно. А то у меня еще сестры. Вот хорошо. Ничего себе, ты тогда больше бери. Ложи в карман свой, давай. Ложи в карман, ложи. Дед Мороз, помоги. Давай, клади. У нас сестры, самый младший Артем. Артем, ты привет. Давай, еще бери. Все, хорошо, большое. До свидания. Вот, детек из семьи, у которых 6 человек. Самая такая ухоженькая и бранненькая. Вообще, классно, супер. Ладно, все, давай, ты домой. Здравствуйте, ученики. Здравствуйте. Как у вас дела? С Новым годом вас. Наступаю. Да, отучили? У кого какие оценки? Ну-ка, сознавайтесь. Но вы вообще почти отличник. Значит, вы знаете какое-нибудь стихотворение, да? Да. Давай говорим. Зима. Снежок пахает, на улице бегло. Приводились улицы в прозрачное стекло. В саду, где перезябки, сегодня посмотри, покладывали яблоки на ветке снеги. Молодец, с Новым годом тебя. Ты давай, дружище. Детство. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Вот скачу я в санках по горе крутой. Вот вернулись санки, я на пухло. Угорем качусь, по грузу. И друзья мальчишки строим дом. Весело хохочут, мои друзья. Чуть-чуть руки затмили на снег. Я в сугробе горе, а ребята смеют. Молодец, с Новым годом вас, ребята. Выбирайте, что хотите. Это вам маленькие такие подарочки. Ну, сладкие. Ну, берите вон, пакет там кладите. Девушки, стоять. Бери, бери. Девушки, стойте.
Стоять, стоять. Оп. Все, с Новым годом вас, давайте, молодежь. Здрасте. С Новым годом вас, уважаемые. Девушки, в общем, поздравляем вас с Новым годом. Всего самого-самого-самого наилучшего. У нас одно условие. Три условия. Либо вы говорите «Хоринск онлайн, привет», либо вы говорите стихотворение, либо вы говорите пожелания для хоринцев, что-нибудь самое хорошее такое, наилучшее. Давай ты первый. Не, ну что вы стесняетесь-то? Это обычное же. Я не знаю. На пожелание давай. На пожелание. Ну или просто «Хоринск онлайн, привет». Давай. Выбирайте, что хотите, там сладкие маленькие сюрпризики. Бери двумя руками. Да, можешь двумя руками брать. Может, вторую тоже. Да. Давай. Спасибо. Все, с Новым годом вас. Вас тоже. Все, спасибо. Да, здравствуйте. С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Всего доброго. Всего счастливого. Здоровья покрепче. Денег побольше. Но расскажите, пожалуйста, вот у нас одно условие на этот Новый год, маленькое такое есть. Сказать либо очень добрые слова, либо сказать «Хоринск онлайн», либо пожелать всему Хоринску вообще, самые-самые добрые слова. Сами посчитайте, что вам нужно, имейте в виду. Ага. Или можете вообще все сказать. Можно сказать «Хоринск онлайн», а? Да, можно. Это сказал, да, получается? Да. Да, да, да. Ну, тебе всех самого хорошего, да? Хорошего, здоровья, счастья. Этот год приходящий пусть для всех будет очень хорошим. Счастливым, хорошим. Во всех начинаниях, благах. Чтобы все эти болезни, все плохое, все ушло. И хорошим в этом 21-м году, чтобы все было удачным. Здоровье всех. Не очень закрытым, да, как бы. В общем, все, чтобы было хорошо. Хорошо было. Спасибо вам огромное. У нас тут небольшие, но тем не менее, есть сладкие подарки. Здравствуйте. С Новым годом вас. Можно вас сюда пригласить? Даже ради вас салют уже стреляет. В общем, ребята, с Новым годом вас. Спасибо. Счастья, здоровья. Для вас карьеры, между прочим, да, потому что, вы молодое поколение, карьера вам нужна. Пусть она будет хорошая, вот очень отличная. В общем, либо пожелания, либо стихотворение, либо просто говорите «Хоринск онлайн, привет». Хоринск онлайн, привет. Хоринск онлайн, привет. Вот теперь вот берите, вот что хотите. Здравствуйте. Здравствуйте, доча. Ждали, не ждали нас, старых. Без Снегурки, правда. Ну что ж сделаешь? Страшного, доча, иди сюда! С наступающим нас Новым годом! Доча, пришел! Ты моя внученька! Все, не пугайся, это Дедушка Мороз! Доча! Он подарки вам принес! Ты че, иди сюда скорей! Смотри, кто пришел! Кто это? Дедушка Мороз, посмотри, какая у нас елка! Пойдем, мы тебе покажем! Ух ты! Ничего себе! Вот это елочка, так елочка! Ой, деду наклоняться сложно, но посмотреть возможно! Кто это? Ой! Так, я, насколько знаю, да, тебя, Данилка, хотел попросить у тебя стульчик. Деду присесть. А табуреточка есть сказки рассказывать или стихи говорить? Есть. Давай неси табуреточку, вставай, и будем мы с тобой слушать тебя. Ой,
Это Дедушка Мороз пришел. О, Дед Мороз, подарочки. Ты моя-то, не пугайся. Помаши ручкой. Все? Где ручкой помаши? Вон, Данилка сейчас будет стишки рассказывать. Ну-ка, кто давай, стишок расскажет, тот подарочек получит. Давай. Вставай на табуреточку. Да. Поехали. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Сегодня летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, елочка бай-бай. А мороз снежка укутывал, смотри, не замерзай. Молодец! Данилка песенку спел. Вот тебе, Данилыч, подарочек. Какой кузов у дедушки. Посмотри, у дедушки какой мешок с подарками. Вот это тяжелый-то какой. Вот. На здоровье, счастья в новом году, удачи и учебы хорошей. Понял меня? Да. Наставление мое. Понял? Маму слушаться, пятерки получать. Да, папа, иди да, сюда, да. А то папа у нас почему-то в кадре нету. Ну-ка, доча, давай теперь. Ну-ка, давай рассказывай стишок. Ну-ка, песенку спой. Какую она песенку знает у нас? Ты же много песенок знаешь. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает. Сумочка. Растерялась. А как ты умеешь считать, дедушке, расскажи. Ну-ка, раз. Нет. Нет? А какие песенки знаешь? Ну-ка, спой. Арам-зам-зам. Давай. Арам-зам-зам. А как танцуешь, дедушка, покажешь? Нет, а какую покажи. Хочешь песенку? Она у нас как-то много она огромная у нас. Но ничего страшного. Подрастет, и все будет нормально. Тебе... Софа тоже подарочек. Мой волшебный посох не посохнулся. Доча, иди сюда. Доченька, внученька, иди сюда. Тебе тоже подарок. Смотри. Ой, посмотри. Смотри. Что это? Мишка. Ну, это тебе с Новым годом. Что надо сказать, доча? Спасибо, надо сказать. Ну-ка скажи спасибо. Ну ладно. Что-то еще у дедушки. Да, у деда еще один подарочек. Много не ешь, что а это зубы такое? Быстро отвалятся. Подарочек? Ну-ка бери скорей. Ой, ты сладкоежка сразу схватила. Ну ладно, с Новым годом вас. Ой, спасибо, дедушка. Дед поехал дальше других поздравлять. Здравствуйте. Там мы маленечко сегодня Дед Морозец. С Новым годом вас. Спасибо. Всего вам счастья, удачи. Это что, все ваши? Мои. Ничего себе. Кто-нибудь стихотворение знает или нет? Говори. Расскажи. Пожелание. Ну ладно, пожелание с Новым годом скажи. Ну, мелкий, судя по всему, ничего не скажет. Вы скажите что-нибудь. С Новым годом, с новым счастьем. Желаю, чтобы цели, которые поставили в этом году, в новом году, исполнились. Здоровье, счастье. Спасибо. Спасибо вам огромное. Вас с Новым годом. У вас есть куда-нибудь? Вот у нас тут маленечко сюрпризов осталось. Все вам целиком куда-нибудь высыпать. Потому что мы уже это маленечко замерзли. Или берите двумя руками, тремя руками. Даже не знаю. Давайте. А вот может быть вот сюда, в эту кроссовочницу, может быть. Но давайте. Потому что это все для вас. Давай.
на славу. Уважаемые хоринцы, вот все люблю, но одного не пойму, почему и где моя Снегурочка. Надо опять эльфа вызывать. Ну, господин эльф, где ты есть? Ой, я откуда здесь появилась? Дедушка Мороз, здравствуй! Снегурочка моя! Как у тебя все прошло сегодня? Вообще, я думаю, что замечательно. Хоринцы это... обрадовались? Очень-очень-очень сильно. Ой, ну это же так прекрасно, когда перед Новым годом по центру нашего дорогого Хоринска ходит Дед Мороз. К сожалению, я сегодня наряжала в лесу елочку и поэтому не успела, да. Вот я и думал, где ты есть, моя внученька. Вот, не успела. Но, дорогие наши хоринцы, Дедушка Мороз, сегодня такой праздник, Дедушка Мороз. Как же мы не поздравим с таким хорошим праздником, с Новым годом? Ведь у нас грядет год быка. Этот год будет полон нежности, тайны. Кто-то будет очень упрямым, ведь это же бык. Всем здоровья, семейного счастья, уюта. Мы просто наколдуем сегодня вам праздника, чтобы в ваших домах было тепло и уютно, чтобы вы веселились в этот праздничный день и эту ночь. Да, и верьте в Деда Мороза, в Снегурочку, верьте в счастье, потому что счастье, оно всегда придет, оно всегда, если к нему стремиться, оно будет. Да, да. Верьте в чуди. Да. А мы сейчас пойдем зажигать праздничный фейерверк. Да-да-да. Уважаемые хоринцы, всего вам самого-самого наилучшего, здоровья, счастья, не болеть, главное, никакими болезнями. Ну, в общем, и денег, как всегда, побольше, но это Дед Мороз, как всегда, обещает. Я думаю, что это и так и будет. Да. Этого веселья сегодняшнего. Это Дедушка Мороз, Золотой Ключик, Аюн Батуевна, прекрасная наша Аюн Батуевна. Дальше, кто у нас еще спонсор сегодня? Аноним. Был? Аноним? Да. Вот, а он большой, он много подарков дал? Да, достаточно. Вау. Тогда мы обратимся к нему снова, да? Ну, да, ну, конечно, они же так, хорошо. Люди, они, которые вот в том-то и дело, хотят, чтобы... Просто их не афишировали, но они... Добрые люди. Они добрые они творят люди. Они, добро. Да, они нашим землякам хотят дарить сделать добро. Праздник. Да. Вот. Дальше кто у нас? Ну, потом я скажу так. Дамир. Хоринск онлайн. Хоринск онлайн. Максим Арефьев. Да, IT-сервис. Ну, да. Я так чуть-чуть. Ну и наша уважаемая Оксана Павловна Кузьмина. Thank you.
Thank you.